Сегодня же во Львове водные баталии. В городе традиционно отмечают так называемый поливальный понедельник. Сухой из воды даже не пыталась выйти Галина Якушка. Все готовы до опливанного понедельника? Несмотря на прохладную погоду, во Львове сегодня 10 градусов выше нуля, на водные бои в честь поливального понедельника возле ратуши собрались несколько десятков смельчаков. Мне не холодно, мне завжди гарячо. Я закаленный человек. Я люблю загортовываться. Каже, кто швидше приходит, кто швидше оздоровляется. Еще с самого раненько, с самого годину я уже был облитый. Одетые в дождевики и теплые куртки, каждый со своим поливальным оружием, пистолетами, пластиковыми бутылками. Да и ресурсы предостаточно. На площадь рынок подвели специальные шланги и непрерывно подают воду. Что ты сегодня принес, чтобы плаваться? Бутылка, как завжди, больше ничего не треба. Даже фонтан Нептуна заработал в необычном режиме. Струи воды из него выплескивались наружу. А чтобы наверняка никто не остался сухим, при входе на площадь поставили водяные ворота. Супер! Просто супер! Вот мой брат хочет! Так, это очень круто! Как это что? Очень круто! Очень круто! А холодно? Холодно! Мы с Криворогом. У нас такого нет. Это точно. Мы первый раз. Интересно, если бы немножечко потеплее было бы, сами пошли. Да. А привезете всю традицию до себе привели? Расскажем. Фотографировали. Постараемся. Наши предки верили, вода в понедельник после Пасхи смывает все грехи. И потому ее для прохожих не жалеют. Але мені подобається проводити кожен вік, обливати людей і веселитися, і відчувати ці неймовірні емоції. Существує і ще одно повір'я. Раньше верили, если в этот день незамужнюю девушку обольют водой, то она скоро выйдет замуж. В прошлом меня облили, но, видимо, мало. Папиных надежд не оправдала, замуж пока не вышла. В этом году удвоим усилия. Из-за прохладной погоды желающих промокнуть и испытать, действительно ли работают приметы поливального понедельника, было гораздо меньше, чем в прошлом году. Наверное, и свадеб в 2017-м, по крайней мере, во Львове, будет не так много. Галина Якушка, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер Львов.